что было столько свидетельств. Господь, мы благодарим Тебя за все чудеса, за исцеление, за освобождение, которое Ты сделал в нашей жизни. Господи, мы просим Тебя, дай людям мудрости Твоей, силы удержать то, что Ты им дал. Помоги нам держать то, что Ты нам даешь, Господи. И помоги нам дальше свидетельствовать, чтобы наши свидетельства помогали, Господи, другим людям, и чтобы мы сами укреплялись, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, сейчас будет время, когда будем поклоняться Богу. Это очень важный момент в нашей жизни, когда мы приходим, смиряемся и говорим: Господи, Ты мой Бог, и я склоняю колено пред Тобой. Я убираю всякую гордость из своей жизни, и я заявляю, что Ты мой Бог, Ты мой Спаситель, Ты мой Целитель, и без Тебя я ничего не могу. Если вы так признаетесь Ему, Бог обязательно к вам прикоснется. Если вы правда, искренне скажете Ему, что Ты самый главный в моей жизни, Господь Иисус, Бог обязательно вам поможет. Дорогие, сейчас время, когда будем поклоняться Ему. Дорогие, я люблю это время. Я вижу, здесь много поклонников собралось, которые поклоняются Богу. Давайте мы будем просто брать это время для себя лично. Закройте свои глаза, встаньте на колени, если вам надо. Плачьте перед Богом, если вы хотите, но поклонитесь. Он достоин, чтобы мы поклонялись Ему. Он достоин, дорогие. Поэтому откройте свое сердце сейчас для Бога. Пусть сейчас Бог прикоснется к вам. Пусть сейчас Бог поможет вам. Пусть Он исцелит каждого из вас. Сейчас пастор говорит, что у кого-то проблема с кожей. Бог исцеляет вашу кожу. Проблема на коже. Возьмите ваше исцеление. Бог исцеляет вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе. Ты наш единственный Бог. Ты наш Спаситель, Господь. Ты наш Целитель, Ты наш Врач. Ты наш Обеспечитель. Мы всем обязаны Тебе. Мы благодарим Тебя за все эти свидетельства. За то, что, Господь, люди имели дерзновение выйти вперед и сказать то, что Ты сделал в жизни. Господи, мы так благодарны Тебе, что Ты делаешь эту школу, что Ты даешь эти откровения, эти знания. Мы просим Тебя, Господи, прикоснись к нам сейчас. Дай нам Твой покой и мир. Проговори нам, Господи. Мы сокрушаемся пред Тобой. Мы верим, что наша жизнь изменится в лучшую сторону. Мы верим, Господь, что с этого семинара мы все уйдем другими, измененными, исцеленными и счастливыми людьми во имя Иисуса Христа. Наш Господь, Господи, Ты правда великий Бог. Твой со мной велик. Ты правда великий Господь. Слава Тебе. Господь, все познают, как велик наш Господь. Yeah.
вещь, прикоснись своим духом святым, освети, помажь, Господи. И когда люди будут одевать эти вещи, или будут прикладывать эти салфетки, или будут пить эти кипятки, Господи, прикоснись в это время и исцели. И пусть люди выходят и свидетельствуют о Твоей славе, о Твоих чудесах, которые Ты делаешь. Во имя Иисуса Христа. Амен, Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за каждого человека, которого Ты прямо сейчас за Бога не исцеляешь. Двигайся, Господи, Духом Твоим святым. И мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. И мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе. Будьте здоровы прямо сейчас. Амен. Аллилуйя! Давайте поднимем.
Нафига ты говорите, исцелил кости, исцелил ваш полночник. Вы слушайте, очень сильно сейчас Бог действует. Я даже не успеваю посмотреть, что он делает. Очень много, очень сильно, очень много. Я не знаю, сколько процентов, но 80 точно. Примите, 80% стоящих в зале. Примите исцеление. И вы, которые 20, откройте свой дух, вы тоже можете принять свое чудо, свое исцеление. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, во имя Иисуса. Тихо все. Я помолюсь за вас. Поднимите свои руки. Господь, не своей силой, но Твоей, мой Бог. Не своим именем, но Твоим, мой Бог. Прямо сейчас я разрушаю всякую болезнь, всякую немощь во всех людях, которые здесь сегодня в этом зале на семинаре школы исцеления рака. Всякую силу болезни, всех людей, которые находятся там, на своих диванах и креслах, которые смотрят на их алтарь. Прямо сейчас всякую силу немощи, всякую болезнь вас сокрушаю силой Божьей. Именем Иисуса, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, пятки чьи-то, кто-то будет смотреть там, ОДФАДЭ, семинар, пятки ваши Бог исцеляет прямо сейчас. Примите свое исцеление, я вам посылаю его, возьмите его себе, во имя Иисуса Христа. Амен. Сердце, плечо, правое плечо, там, кто будет смотреть ОДФАДЭ, правое плечо, Бог исцеляет ваше правое плечо. Сердце и грудь, правая грудь, женщина, Бог исцеляет вас, примите свое исцеление прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, примите, Бог это делает, правда, я это точно знаю, примите свое исцеление во имя Иисуса, аминь. Господь, всякую немощь, всякую болезнь в людях, которые здесь стали, всякую немощь, всякую болезнь в людях, которые смотрят этот ДФЛД, всякую немощь, всякую болезнь, всякую зависимость, я разрушаю, сокрушаю, не спровергаю, именем Господа Иисуса Христа, силой Божьей, с этого мгновения навсегда, во имя Иисуса Христа. Амен. Господь, я насаждаю во всех этих людях, во всех этих людях, во всех этих людях, я насаждаю, Господь, Твое устройство, Твой порядок, Твою силу, Твое исцеление, Твое здоровье божественное. Насаждай во всех нас, именем Иисуса и силой Духа Святого, с этого мгновения навсегда, во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем «Амен». Ребенок, еще раз повторяю, этот же ребенок, вы не приняли. И ребенка здесь нет, но это вы молитесь за своего ребенка. Я не знаю, кто здесь, мама или папа. Как? Ребенок, маленький ребенок, примерно год, Бог исцеляет вашего ребенка. Примите исцеление для своего ребенка. Во имя Иисуса Христа. Амен. Господь, пусть Твое сияние славы наполнит это помещение. Пусть Твое сияние славы наполнит это семинар и каждого из нас. Если Ты свой дух не открыл, я обошу, но открой Твой дух и прими от него. Сокрушай всякую демоническую зависимость, всякую сатанинскую, сатанинский обман. Сокрушай всякую зависимость от наркотиков, от алкоголя. Сокрушай. Подними свои руки и прими от него. Во имя Иисуса Христа, прими от Него прямо сейчас свое исцеление, свое освобождение. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас Бог исцеляет правая грудь. Бог исцеляет правая грудь. Примите свое исцеление. Женщина, правая грудь, Бог исцеляет. Вы потеряли, но Бог возвращает. Бог не забрал, это вы потеряли, но Бог опять исцеляет вас. Примите от Бога во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Амен. Господь, мозг, прошу Тебя за мозг. Мозговые клетки, Господь. Все, что там в мозге, нуждается в восстановлении. Восстанови прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Почка, печень. Или почка, или печень. Что это, Господи? Почка. Почка. С правой стороны. Бог исцеляет вашу почку. Амен. Во имя Иисуса примите свое исцеление. Амен. Господь, двигайся сейчас, прикасайся к нам, Господь. Наполняй нас своим духом. Во имя Иисуса Христа. Амен. Очень сильно Бог двигается. Бог очень сильно двигается. Прими свое исцеление. Поднимайся. Вставай. Поднимайся. Бегай. Прославляй Бога. Делай что-то. Славь. Я
от зуба. Как? Да, да. Железа. Щитовидная железа. Бог исцеляет. Примите исцеление. Я не врач, но Бог исцеляет. Примите свое исцеление. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава тебе. Еще поем. Зайнавы. Hey!
Аллилуйя.